Я говорить буду сегодня на тему «Обращаем грязь в золото». «Обращаем грязь в золото». Для анонсов вот такие бывают названия, чтобы привлечь внимание ваше. Если о сути, я буду говорить о испытаниях, я буду говорить о искушении, я буду говорить о тех процессах, которые мы независимо от нашего желания проходим, так как мы живем в мире, полном искушений, полном испытаний, полном проблем, полном трудностей и человеческого несовершенства. Книга пророка Иеремии, 15 глава, 19 стих. Чуть позже я прочту этот стих, дам предысторию. Пророк Иеремия – это пророк, на месте которого, наверное, точно не хочется оказаться. Во всяком случае, если душою своей размышлять. Почему? Когда ты пророк в хорошем, это легко. То есть, когда Господь посылает тебя и говорит, скажи народу, завтра будет избавление, скажи, завтра будет хлеб, завтра пандемию снимут, завтра начнется другая жизнь, завтра тебя на работе восстановят, завтра тот человек вернется, завтра будет лучшее в твоей жизни. Хорошо пророчествовать, когда ты пророчествуешь о хорошем. Но у Иеремии была другая судьба. Бог избрал этого молодого человека и вкладывал в него такие слова, которые он не хотел пророчествовать, потому что народу предстояло пленение, война и 70-летнее пленение, и он это понимал. И он бы хотел, как другие пророки, говорить, завтра будет лучше, но он не мог так говорить, он мог только говорить одно, укрепимся в Господе, но завтра будет хуже. Я не думаю, что если бы я к вам пришел с такой вестью, вы бы сильно полюбили меня. Укрепимся в Господе, потому что завтра будет еще хуже. Вот таким был пророком Иеремия. И помимо этого, он еще и заболел. Он заболел, он молится Богу, он сетует перед Богом. У него и так непростая судьба. Здесь еще болезнь его теперь достает. Он просит Господа о избавлении. Он даже там такие слова говорит, «Неужели ты стал как неверный источник для меня?» И Господь отвечает ему, вот 19 стих. «На сие так сказал Господь, если ты обратишься, то я восставлю тебя, и будешь предстоять перед лицом моим. И если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь, как мои уста, они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним». Господь говорит очень важную мысль пророку. Научись извлекать. Если ты с нами в чате, у меня нету сегодня ноутбука, но я потом посмотрю, напиши «И научись извлекать». Нам нужно научиться извлекать из ничтожного драгоценное. Я не имею в виду грех. Я не имею в виду какие-то вещи, какие-то дела, которые порочат нас. Я имею в виду глубокие душевные физические страдания, которые мы проходим в результате несовершенства мира, окружающего нас, а иногда и в результате собственного несовершенства. Мы проходим сквозь страдания, и эти страдания могут стать твоим ресурсом. Иеремия проходит страдания, Бог говорит, ты даже не понимаешь, это ресурс для тебя. Если ты начнешь извлекать драгоценное из вот того, что ты сегодня считаешь ничтожным, ты удивишься, насколько далеко я смогу тебя продвинуть. Было время, когда нефть считалась грязью. Если бы мы тысячелетия назад кому-то попытались бы продать нефть, нас бы сочли не совсем вменяемыми людьми. Но когда ее преобразовали и технологии позволили, извлекая из нее энергию, заставлять эту энергию работать в машинах, работать на электричество, работать на многое и многое, то сегодня она определяет политику, она определяет стратегическое планирование, она определяет финансовую и экономическую жизнь человечества. А вчера это, как я имею в виду, у Господа один день, как тысяча лет, вчера она была грязью.
Дорогие, мы даже иногда не понимаем, что грязь, по которой мы ходим в своей жизни, может стать источником энергии, преобразующую твою жизнь, продвигающую, делающую ее более технологичной, более совершенной, более продвинутой. Но для этого нам нужно вслушаться в совет, который Господь дал Иеремии. Иеремия, я знаю, тебе больно, я знаю, тебе плохо, я знаю, что тебе не очень нравится то, что ты пророчествуешь, но я хочу тебе сказать, извлеки драгоценное, и ты увидишь силу, которую ты раньше не видел. Дорогие, я не знаю, что сегодня вы проходите, что сегодня приходится вам преодолевать, но я поделюсь с вами некоторыми мыслями на тему «Обращаем грязь в золото». Мы будем говорить о испытаниях. Евангелие от Марка, 9 глава, 49 стих. Иисус говорит: «Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится». Если вы будете читать стихи выше, то там идет такая трилогия, которую Христос говорит о грехе. Он говорит о глазах, Он говорит о руках, Он говорит о том, что может нас искушать. И Он говорит: лучше тебе это отсечь, лучше тебе это убрать, но войти в Царствие Божье целостным. И когда Он говорит об этом, Он говорит там о гиене огненном. Он говорит о огне, который пожирает, не сгорает, он опустошает. И сразу же, вообще, без всяких переходов, Он говорит о крещении Духом Святым, о силе Духа Святого, сходящем на верующего человека, о преобразовании нашей жизни в соль, нашей веры в соль. И вот Господь, Он такой проповедник, который не особо разжевывает что-то. Он дает возможность нам углубляться в Святом Духе. И Он говорит только о огне гиены и сразу переходит к огню Святого Духа. Почему? Потому что на самом деле это происходит в одном и том же состоянии души. Мы иногда думаем, чтобы исполниться огнем гиены, мне надо впасть в одно состояние. То есть искуситься, вот для того, чтобы впасть в искушение, мне надо быть в одном состоянии души. А вот чтобы исполниться Духом Святым, мне надо быть в другом состоянии души. А Иисус говорит, это одно и то же состояние, просто разные действия. Когда ты впадаешь в искушение, ты можешь или позволить огню демоническому, бесовскому сжигать тебя изнутри, опустошать тебя, или ты можешь позволить огню Духу Святого сойти на тебя сверху и осолить тебя, и дать тебе то, что остановит тление, гниение, оно прекратит эти процессы. Одно и то же состояние души, но два разных огня. Один огонь опустошает. Один огонь из ничтожного делает еще более ничтожного. Другой огонь в том же состоянии души, но преобразует и дает тебе из ничтожного увидеть Божью силу. Именно так приходит соль в нашу жизнь. Всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Все дела, которые делались перед Богом, те жертвы, которые полагали священники, написано: не приноси жертву без соли. То есть без соли она не имела целесообразности, она не достигала результата. Иногда мы что-то делаем перед лицом Божьим. Иногда мы производим какие-то процессы, мы хотим, чтобы Бог благоволил к этим процессам. Но если твоя жертва без соли, она не достигает того результата. А у тебя не может быть соли, если на тебя не сойдет Святой Дух. И не просто сойдет на тебя только во время собрания, но когда ты проходишь глубочайшие испытания своей жизни. Нам нужна соль. Если ты со мной в чате, напиши «соль». Нам нужна соль. Наши дела без соли не имеют такого смысла, такой силы, такого благоприятия со стороны Господа. Но когда соль приходит, когда приходит огонь, тогда мы останавливаем тление. Тогда та ситуация, которая, кажется, разлагает твою жизнь, останавливается. Вообще с тлением проблем никаких нету. Их много, тлений я имею в виду. Причин для тлений много. И чем более либеральное наше общество становится, тем больше для этого становится причин. Мы соприкасаемся с тлением. Вопрос в другом. Не будет ли тление или его не будет? Оно будет. Написано, Христос сказал, искушением должно прийти. Невозможно, чтобы они не пришли, соблазном. Но есть ли у тебя соль? Потому что именно соль останавливает тление. Давайте посмотрим на апостола Павла.
первом послании к Коринфянам, 15 глава, 31 стих, он говорит: «Я каждый день умираю, свидетельствуюсь в том похвалою вашей, братья, которую я имею во Христе Иисусе Господе нашим». Вот от кого, но от Павла-то не хочется этого слушать. Апостол веры, проповедник воскресения, дерзновенный служитель Божий. О чем ты вообще говоришь? О каком каждом дне, в котором ты умираешь? Как можно каждый день умирать, если только каждый день не воскресать? Потому что каждый день умереть, значит, надо все-таки воскреснуть. Если ты не воскрес, то уже умирать на следующий день нечему. Он нам открывает свою жизнь, он открывает нам свое путешествие веры. Он говорит: послушайте, смерть прикасается так глубоко моей души, какой-то области моей жизни, что что-то во мне переживает такую боль, что мне кажется, что это умрет навсегда, но оно воскресает. Я не знаю, где сегодня ты переживаешь боль. В твоих финансах, в твоей семье, в воспитании детей, во взаимоотношениях, в служении, в любой абсолютно области ты можешь переживать боль, которая как смерть будет пронзать твое сердце. Вопрос не в том, что ты это переживаешь. Вопрос: есть ли сила воскресения, чтобы тебе снова ожить? Когда мы говорим с вами о преобразовании грязи в золото, нам надо понять, что смерть сама по себе не является окончательной проблемой. Она становится проблемой, если у нас нет решения для этой проблемы. У Павла было решение для этой проблемы, поэтому смерть для него не была проблема. Давайте вспомним нашего Господа Иисуса Христа. Первое послание Петра, 3 глава, с 18 по 20 стих. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом сойдя проповедовал, некогда непокорным, ожидавшему их Божьему долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды». Я хочу вам спросить, нужно ли было Христу умирать? Нет. Он праведник. Он святой человек, он Сын Божий, ему не нужно было умирать. Он позволил смерти прикоснуться его плоти по той причине, что только так он мог достигнуть нас Евангелием. Если бы он не позволил смерти пройти сквозь него, он бы не только нас не мог достигнуть. Написано, он сошел туда, куда никто не мог сойти, и он туда не сходил, пока он не умер. Но когда он умер, он духом живым сошел туда во времена Ноя и проповедовал там Евангелие. Это удивительно. Есть вещи, которые в своей жизни мы не сделаем, если мы не пройдем через искушение. Есть то, что мы никогда не достигнем, если не позволим испытанию прикоснуться нашего сердца. Когда мы позволяем прикасаться к нам боли, можно вспомнить тезис и по-новому посмотреть на него. Обычно мы его говорим на Пасху. Он смертью смерть попрал. Когда мы обращаем оружие, направленное против нас, против нашего врага. Когда то, чем он думал нас изничтожить, оно не только нас не уничтожает, но оно возвышает Божью славу в нашей жизни. Давайте вспомним один из примеров, когда Господь говорит: «Благословляйте, а не проклинайте». Когда искушение души мы превращаем в ее величие. Когда дьявол искушает нас, и люди, они противодействуют, и нам плохо, и нам больно, и все внутри нас поднимается, чтобы начать говорить слова неправильные. А Господь говорит: благословляйте. Он преобразовывает, он изменяет ход сражения. Он говорит: ты не будешь побежден, да, тебе сегодня больно, обрати свою боль в благословение. Не позволь себе говорить то, что будет разрушать, говори то, что будет побеждать. Он смертью смерть попрал. Один из примеров был в моем служении, и я вспомнил о нем, когда готовился к этой проповеди. В другой стране я в субботу вечером уснул у друзей в доме. Это благочестивая семья. И в воскресенье мне утром проповедовать в церкви, в собрании, где примерно около 300 человек. И я не могу спать всю ночь. Я как будто купил бесплатный билет на фильм ужасов. Вообще, я не поклонник этого стиля. Я не смотрю
не смотрю, в принципе, даже как бы, ну, не смотрю, не смотрю. И вдруг сцена за сценой, какой-то просто кошмар какой-то. Я просыпаюсь, молюсь, думаю, ну, Господи, ну, нету во мне этого, ну, не смотрел. Ну, ты-то знаешь, что я не смотрел. Ты знаешь, что даже неоткуда этим картинкам у меня в голове браться. Потом, ну, как все испытываете, написано, думаю, может, нагрешились друзья мои, вот здесь вот в спальне теперь я сплю, они здесь как бы мне помешали. Ну, чувствую, что нет, люди благочестивые, не от этого все. Молился, и утром Дух Святой сказал, я позволил тебе пережить то, что переживает каждую ночь один человек, и он сегодня будет на собрании, и я хочу его освободить. Я думаю, ну, Господь, хорошо, что ты его хочешь освободить, а мне-то зачем эту ночь было подарить? Когда мы приехали с другом на служение, я отпроповедовал в конце собрания, я сказал, что сегодня Господь хочет освободить одного человека, которого каждую ночь мучают кошмары. Если ты здесь, после служения подойдешь ко мне, мы помолимся. После служения ко мне подвели мужчину, около 30, может быть, лет. Ему служили. Он был настолько одержим кошмарами, что он не только не мог спать, он резал себе вены, он мазал кровью стены. То есть он был абсолютно глубоко одержимым, психически больным человеком. И вот он стоит передо мной, его подвели ко мне, я молюсь за него. И я оставался потом в этой стране еще некоторое время, и мне сказали, после этого сны больше не вернулись к нему. Он был полностью свободен. Мы иногда не совсем понимаем то, что Бог делает в нашей жизни. Мы иногда не совсем осознаем, мы говорим, Господи, ну давай попроще как-то. Ну ты бы мне просто слово знания дал, я бы пришел в воскресенье, я бы помолился, сказал, будь свободен. Зачем эта бессонная ночь? Потому что иногда без сострадания, которое поднимается в нас, когда мы проходим сами боль, мы не сможем понять и на самом деле от всего сердца помолиться и сказать, слушай, дорогой, будь свободен во имя Иисуса Христа. Я окунулся в эту всего лишь одну ночь, но это кошмар, а ты живешь годами в этом. Я так сопереживаю тебе. Я молюсь вместе с тобой. Я соглашаюсь, будь свободен во имя Иисуса Христа. Иногда консультантам семей, консультантам родителей, консультантам и исповедникам нужно немного больше сострадания, чтобы понять, что проходит человек в данный момент своей жизни, чтобы этот человек стал свободным. Нам необходимо дозволять Господу проводить нас сквозь испытания не только ради нас самих, но ради того, чтобы мы могли послужить и другим людям. Псалом 21, 7-9 стих. Давид. «Я же червь, а не человек. Поношение у людей и презрение в народе. Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивают головою. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет его, если он угоден ему». Вообще, если вы более или менее знакомы с Евангелием, вы знаете, что это пророческий псалом, который говорит о Мессии. Здесь абсолютно точный рассказ о казни Христа. И эти слова повторяются в Евангелии. И он уповал на Господа, пусть избавит его. Давид пророчествует, но его состояние души совсем не похоже на состояние пророка. Если бы я сегодня сказал, что вот Александр Анатольевич пророк, вот подойдете к нему, он будет вам пророчествовать. Что мы ожидаем от пророка? Ну, какой-то одухотворенности, да, силы веры, ясного соколиного взгляда вглубь твоей души. Ну, если не орел над головой, ну, хотя бы вот какое-то такое вот прозрачное свечение от него, чтобы лицо его просияло. И ты подходишь, ну да, говоришь, Александр же, по всему видно, что ты пророк. А Давид пророчествует, но состояние какое-то совсем не пророческое. Кто из вас молился такой молитвой благословенной? Я же червь, а не человек. Мы знаем, где ползают черви. И знаем, как иногда мы с ними поступаем. Его состояние души настолько уничижено, что он говорит, я не чувствую себя даже человеком. Мне так больно, я так сокрушен, я так разрушен внутри всеми недовольствами, всеми обидами, всеми словами, всем тем, что я сейчас переживаю. Мне так больно, что я чувствую себя как червь. И в это же самое время, когда он
чувствует это глубочайшее уничижение. Он начинает пророчество на 100 лет вперед, на сотни, извините, лет вперед. И говорит точно о Мессии. Я не знаю, что сегодня ты проходишь, и, может быть, ты не чувствуешь себя пророком, и ты не чувствуешь себя даже глубоко верующим человеком, потому что твое состояние, оно как бы кричит тебе: послушай, ты вообще как-то, ну, сейчас не очень в вере, не очень в силе духа, но даже в таком состоянии научись извлекать драгоценное. В этом состоянии разрушенности, буквально смерть проходит через Давида, но он пророчествует, и из ничтожного извлекается драгоценное. Мы сегодня с вами в пандемии, мы сегодня здесь собраны малым количеством людей. Я не знаю, где ты сегодня смотришь, в городе, может быть, в каком-либо районе, но, может, то, что мы сегодня делаем, проходя через боль, мы пророчествуем. У нас будет несколько служений в церкви, у нас будут кампусы во всех районах, во всех микрорайонах, где сегодня проходит это телеслужение, где ты открываешь сегодня свой дом, чтобы смотреть Слово Божье. Давайте будем пророчествовать сквозь боль и говорить: может быть, мы не так себя сегодня чувствуем, не на высоте своей веры, но в этом есть что-то пророческое, если мы позволяем Духу Святому продолжать двигаться через нас. Бывает проблема извлекать из ничтожного драгоценное из-за так называемых толкователей, визуалистов, которые окружают нашу жизнь. Подобно как у Иова были друзья, так у нас есть толкователи. Они смотрят на тебя, и они тебе все объясняют. Они тебе ясно расскажут, почему ты сегодня червь, а не человек. Почему ты сегодня вот в том, где червь, а не там, где человек. Это визуалисты, которые они тебе обрисовывают. Они берут факты твоей жизни, они извращают факты твоей жизни и преподносят тебе как готовый продукт. И тебе тяжело спорить с ними, потому что они опираются на факты. Но точно так же было и в жизни Христа. Вспомните, Евангелие Матфея, 27 глава, с 39 стиха и ниже. Вы прочитаете, что люди, которые проходили, люди, которые были зрителем, они злословили Христа. Они говорили: если ты Сын Божий, сойди со креста. Они были вот этими толкователями, визуалистами. Они смотрели на учеников, которые в слезах, на этих женщин, которые были несчастны у креста, не понимали, что происходит. А им говорят, над ними смеются. Говорят: ну что, где ваш Господь? Где ваш Учитель? Посмотрите на факты жизни. Все говорит о том, что он обманщик. Все говорит о том, что все было лживое. Вы просто зря потратили 3 года своей жизни, ходя за ними. И мы смотрим на все, что нам показывают и толкуют, и нам трудно начать извлекать из ничтожного драгоценное. Те говорят: да посмотри, какое на самом деле, и К, и С, и все буквы алфавита тебе соберут, а она, посмотри, какая, и другие буквы алфавита подберут для твоей жены, для твоих детей, для твоей работы, для твоего бизнеса, и ты смотришь, и факты-то кричат: да, это так. Но правда не в этом. Христос воскрес. И их факты были сокрушены и разрушены на 3-й день, когда гробница воссияла светом, потому что его там не было, там были только пелена. Когда мы с вами проходим ужасные, скорбные моменты нашей жизни, когда кажется, что все разрушается, когда кажется, что все трещит по швам, когда толкователи помогают тебе в это верить всем твоим сердцем, нам нужно терпение. Дорогие, нам нужно терпение. Терпение помогает извлекать из ничтожного драгоценное. Иаков говорит: с великой радостью, 1:2:4, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Когда я говорю о терпении, я не говорю просто переболеть и остаться с осадком, остаться с обидой, остаться с болью. Не об этом терпении здесь говорится. Я не знаю, было ли у вас так. У меня иногда было в жизни,
когда ты проходишь испытания во взаимоотношениях, и ты думаешь, ну я просто перетерплю. Но где-то Дух Святой говорит, нет, ты не должен просто перетерпеть. Если ты просто перетерпишь, ты останешься с обидой, ты останешься с болью, ты останешься с осадком. Ты выйдешь из этого искушения, ничему не научась. Ты ничего не извлечешь, не будет этой силы. Ведь это испытание для твоей жизни не просто так, оно даст тебе силу для продвижения, для умножения, для улучшения. Не просто перетерпи, не просто переболей, позволит ему терпению сделать совершенное действие. Выйди из этого терпения совершенным человеком, более совершенным, чем ты туда вошел. Позволь этому испытанию совершить что-то великое. Иисус не вышел с осадком. Он не спустился со креста. Или когда Он воскрес, Он не пришел всех разрушать, все дома опустошать. Сейчас я вам покажу, кто здесь настоящий царь. Сейчас я вам покажу. Вспомните все, что вы мне говорили, когда мне было тяжело. Я сейчас вам всем докажу. Он никому ничего не доказывал. Даже на кресте, выдавая последние вздохи своей жизни, Он говорил, Отец, прости их, потому что не знают, что творят. Я не просто перетерпеваю. Я терплю за них, чтобы произошла величайшая сила из моего терпения. Это сила воскресения и это сила благодати. Я не хочу просто перетерпеть. Я хочу, чтобы мое терпение привело меня к совершенству. Ну, давайте пойдем дальше. Я буду стараться уже приближаться к финалу, завершая мысли. И последняя, одна из последних мыслей, я хочу поговорить о победе над скептицизмом. Мы поговорили о толкователях, давайте поговорим о скептиках. Скептики – это другая категория людей, это не толкователи, это не те, которые навязывают тебе свою точку зрения, это те просто, которые игнорируют тебя. Они делают своим видом все, чтобы показать тебе, какое ты полное ничто. Они просто скептики. Ты им рассказываешь взахлеб о идеях, о мечтах, о целях, о видении. Они не реагируют на это. А если реагируют, то реагируют таким образом, чтобы ты точно засомневался в своих словах. Такие люди окружали Христа. Это были люди, которые с одной стороны были глубоко верующие люди, с другой стороны они были настолько отравлены скептицизмом, что их было не исцелить учением, даже чудеса не помогали. Иногда нам кажется, мы исцелим скептиков нашими доводами. Вот со скептиками доводы не работают. Ты можешь им рассказывать 10 доказательств воскресения Иисуса Христа. Ты можешь дать им лучшую программу, рассказать им о видении. Ты можешь многое сделать. Как правило, не работает. То, что работает со скептиками, это свидетельство воскресения. Евангелие Иоанна, 12 глава, с 9 по 11 стих. «Многие из иудеев узнали, что Он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого Он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса». Вообще, я считаю, что смерть и воскрешение Лазаря как-то нас обошли в Библии немножко вниманием. Когда я готовился к проповеди, я думал, ну почему бы вот Иоанн тебе как-то роман на эту тему не написать? Ну послушайте, какой сюжет. Человек, друг самого Христа помазанного, заболевает, проходит через страдания, ждет исцеления. Знает, что сестра, сестры пишут ко Христу имейл. Иисус получает имейл, игнорирует. Он проходит кризис в своей дружбе. Он ждет в вере чуда. Смерть дышит ему в лицо, а он надеется, что Господь придет вовремя. А он не приходит, он умирает, попадает в тление. Где-то 4 дня. Что он там эти 4 дня делает, мы вообще не знаем. И потом он воскрес. Сколько можно было бы там написать? А мы имеем сухой факт. Христос прослезился, подошел к камню, говорит, отвалит. Ему говорят, там уже гнилью пахнет. Он говорит, ничего страшного. Лазарь, иди сюда. Лазарь вышел, ради его свидетельства многие иудеев каются. Да мы бы сегодня взахлеб рассказывали, что там 4 дня с Лазарем происходило, по каким там он садам ходил, какие он слова слышал. Нас бы это интересовало.
Но то, что сделало его свидетельство, оно сделало то, что, казалось, Христос не мог делать. Послушайте то, что мы с вами прочитали. Многие из иудеев, написано, они приходили не ради Иисуса. Ради Лазаря, которого он воскресил. Свидетельство Лазаря их цепляло больше, чем цепляло присутствие Иисуса Христа. И я хочу дать тебе мысль, откровение. Твое свидетельство будет привлекать тех, которые даже уже разочаровались во Христе. Точнее, не во Христе, а в том же антураже, который окружает учение Христа. Твое свидетельство семьи, твое свидетельство детей, твое свидетельство служения, твое служение финансовое, твой бизнес, то, что воскреснет, люди будут ждать от тебя. И даже скептики будут приходить послушать, как это произошло, чтобы веровать в того, кто воскресил тебя из мертвых. Завершая сегодня проповедь, я хочу сказать последнее, чтобы ободрить нас, а то я все говорю вам о смерти, о искушении. Мне и самому не сильно хочется об этом говорить. Но извлекаем из ничтожного драгоценное. Последнее, что я хочу сказать, есть в нашей жизни неприкасаемое. То, что Господь хранит и не допускает сатане извращать. Книга Иова 2:6. «И сказал Господь сатане, вот он в руке твоей, только душу его сбереги». Я хочу сказать и ободрить этими словами вас. Если вы проходите испытания, если вы проходите сквозь глубочайшие искушения жизни, если вам кажется, что вы как Лазарь уже четвертый день во гробе, уже гниль в той области, которой вы искушаетесь, уже тление, у Бога есть печать на вашей жизни. Есть в вашей жизни то, что Он никогда не позволит сатане прикоснуться. У Иова было разграблено имение, его родные попали в беду, его жена говорит, прокляни Бога и умри. Его тело настолько болеет, что он изнемогает в этой боли, и при этом, при всем, Господь говорит, но есть то, что ты, сатана, в нем не прикоснешься. Дорогие, наш возрожденный дух – это то, на что дьявол не имеет никакого права. Он не смеет прикасаться. Он может прикасаться твоих переживаний, он может прикасаться твоих эмоций, он может прикасаться твоего мышления, он может прикасаться твоего тела, он может прикасаться твоих финансов, но он не смеет прикасаться к твоему духу. Твой дух освящен кровью Христовой. Что бы ни происходило, если ты не позволишь, сатана никогда к нему не прикоснется, не смеет. У него нету власти. Это твой светильник жизни, это светильник твоего храма. Если твой дух будет силен, твой светильник будет гореть, и никто никогда не погасит. Какие бы испытания, искушения, шторма не пришли на твою жизнь, твой дух будет сиять в тебе светом Божьим, укрепляя твою плоть, вдохновляя твою душу, так что он будет говорить, что ты унываешь, душа, будем славить Бога. Когда Христос был на кресте, Евангелие Иоанна 19:36, «Ибо сие произошло, да сбудется Писание, кость его да не сокрушится». В кости есть что-то жизнеутверждающее, жизнеобразующее. Ева была создана из кости Адама. Сухие кости собирались вместе по пророчеству. В кости есть что-то жизнеобразующее, фундаментальное. И когда Христос был распят, его душа проходила сквозь величайшую скорбь Гефсимании. До капли пота, как кровь, выступала у него со лба. Его душа была в скорби смертельной. Его плоть позже была истерзана пытками обезумевших от злости людей. Но его кость не сокрушилась. Бог поставил печать. И даже как бы его ни били, не избивали, что бы с ним ни делали, то, что Бог сказал, будет сохранено, осталось сохраненным и не было сокрушенным. В твоей жизни Бог держит печать, и она не сокрушится. Если ты не позволишь сатане прикоснуться твоего духа, он будет всегда сиять. Давайте встанем для молитвы.
Послание евреям 2:18. «И как сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Наш Иисус прошел сквозь глубочайшие скорби и страдания, но Он сумел из них достать величайший потенциал. Наука это не может, политика это не может, общественные институты, они ломают головы, как так сделать, что нужно поменять, чтобы остаться на 2000 лидером в умах людей. И Иисус Христос это сделал силой своей любви, которую Он извлек из грязи, из абсолютного несовершенства, злости, одержимости человеков, окружающих Его. Он достал благодать и подарил спасение. Есть что-то в твоем испытании, что больше, чем боль. Есть что-то в твоем искушении, что выше, чем просто страдания. Извлеки из ничтожного драгоценное, и ты будешь, как уста Божьи. Отец, мы благодарим Тебя за благодать и милость Твою. Я молюсь за каждого. Я прошу Тебя за тех, кто с нами онлайн, кто будет смотреть в записи. Может быть, кто-то сегодня борется со скептицизмом. Им нужно это свидетельство Лазаря. Им нужно свидетельство воскрешения, чтобы они смело и честно сказали: «Да, моя семья умирала. Мы просто тлели, от нас пахло гнилью. Мы ругались каждый день. Но однажды Христос воскресил нас, и мы свидетельствуем, есть сила воскресения. Мои дети умирали в наркотиках, в обольщении, в извращении, в грехах. Но однажды Христос исцелил, поднял, и они живы, они служат Господу, они счастливы. Есть сила воскресения. Воскресение Иисуса Христа и твоя боль к славе Божьей». Может быть, сегодня вы сталкиваетесь с толкователями, которые берут факты вашей жизни, они извращают, они пытаются вас принудить делать то, что вы не можете делать, и вам больно. Я говорю вам, радуйтесь. Позвольте себе в терпении пройти этот участок, но не просто переболейте. Приобретите совершенство. Приобретите силу, которая поможет вам не только в этой области, но она расширит ваши возможности и на другие области вашей жизни. Может, вы говорите сегодня: «Как будто смерть пронзает меня». Как Павел, вы говорите: «Я как будто каждый день умираю, я встаю, я смотрю на свою жизнь, и такое чувство, я ничего не хочу». Я хочу вам сказать, есть сила воскресения в имени Иисуса Христа. Есть сила Божья, есть сила Святого Духа. И может быть, это время пророческое для вас. Как Давид, может быть, сегодня ваши молитвы, они будут пророческие. В то время, когда вам кажется, что ваши молитвы – это молитвы уныния, они могут оказаться пророческими и говорить лучшее ваше будущее сейчас. Может быть, вы как никогда близки к Богу. Есть что-то несокрушимое в нас. Давайте опираться на это несокрушимое, на тот дух, который Господь возродил, оживил, усыновил.